Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии «Сирена на весне» композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программы, ведущая, заслуженный деятель искусств России – профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас предпоследняя встреча в этом 40-м юбилейном сезоне. И разговор пойдет, а может быть, одной из самых интересных стран мира по культуре, языку, по всем достижениям человеческого духа, об Испании, о солнечной Испании. Ну, конечно же, в этой стране, я хочу всех поздравить с весной наступившей, пожелать всем доброго здоровья, прошедшим праздником замечательным, 8 марта, и счастья в доме вашем. И действительно, такая страна, которая притягивает к себе невероятное. Каждый человек, начитавшихся много о разных странах, все-таки ее выделяет из ряда действительно стоящих посещения стран. Потому что и культура многоликая, и природа удивительно щедрая, и солнышко, которое почти весь год светит, и моря, которые омывают. А, кстати, какой-то полуостров, на котором находится эта страна, как он называется, вспомним? Пиренейский полуостров. Да, он очень интересно и выгодно расположен, потому что, как вы помните, граничит Испания с небольшим количеством стран. Каких? Помните? Да, Португалия, которая находится на этих же Пиренеях, и рядом Франция. Да, и когда перелетаешь Францию и видишь вот эти Пиренейские горы, высокие снежные пики, когда видишь эту удивительную картину с окошечка вот самолета, поражает, уже сразу поражает воображение, потому что вот эти высоченные горы, снежные пики, эти необыкновенные очертания гор, очень такие причудливые, я бы сказала. Вот уже это настраивает на посещение какой-то удивительной страны. И ведь недаром, очень многие и художники, и поэты, и музыканты бывали в этой стране. И очень многое заимствовали. Мы можем вспомнить наших родных композиторов и поэтов. Мы можем вспомнить Михаила Ивановича Глинку, который два года жил в Испании и создал совершенно удивительные партитуры. «Ночь в Мадриде», симфоническую картину, фактически, «Аргонская охота». Мы можем вспомнить Александра Сергеевича Даргомышского, которого мы будем слушать в сегодняшней программе, тоже, который очень интересовался и знал эту страну.
И мы можем вспомнить, конечно, Александра Сергеевича Пушкина, который не был в этой стране, как и во многих странах, но создал совершенно удивительные образы испанские. Это и «Каменный гость», трагедию, вы помните, это связано с Испанией. Прославил реку Гвадалквивир, которая протекает и как бы омывает два города, и Севилью, и Кордобу, или Кордобу, как вот называют испанцы. Конечно, это удивительные впечатления, которые вот он в воображении своем принес в свое творчество вот этой страны. И мы можем вспомнить романсы, которые создавались на испанские сюжеты «Я здесь и не Сильвия» и так далее, и так далее. Здесь много можно перечислять. Но у нас и традиции в нашем клубе, вы знаете, мы слушаем всегда страницы русской поэзии. И сегодня мы вернемся и опять же будем слушать Александра Сергеевича Пушкина. Я хочу пригласить на сцену артист Андрей Гетман, читает Александра Сергеевича Пушкина. И будет звучать, у нас уже это традиция тоже, мы слушаем главы его замечательного произведения «Евгений Онегин. Сон Татьяны». Татьяна, по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне, и я при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки, склеенной льдиной, дрожащий, гибельный мосток, положенный через поток, и перед шумящей пучиной недоумение полна. Остановилась она, как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Татьяна ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась, через ручей пошла. И что ж, медведь за ней? Она, взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес, медвежны сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип ногих сияет луч светил ночных. Дороги нет,
Кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится, медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно, покорно, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь, отвсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах собачьей мордой, другой с петушьей головой, здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница присядку пляшет и крыльями трещит и машет, лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молв и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочет, он пьет, все пьют и все кричат, он засмеется, все хохочет, нахмурит брови, все молчат. Он здесь хозяин, это ясно, и Таня уж не так ужасна, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкает, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак. Нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех, копыты,
Хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указуют на нее, и все кричат: «Мое! Мое! Мое!» Сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он отчаянно бродит, и незваных гостей бранит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась. И Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, в окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северных аллей, и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажишь ты мне, кого ты видела во сне?» Но мы возвращаемся в Испанию. Я попросила Андрея Викторовича напомнить совершенно удивительную поэзию, принадлежащую перу гениального испанского поэта Федерико Гарсия Лорки. Судьба, как и у наших поэтов русских, у Пушкина, у Лермонтова, у Лорки была чрезвычайно трагична. Прожил всего 38 лет. Он был убит. И за те недолгие годы жизни он создал удивительную, емкую, прекрасную поэзию. Прекрасную поэзию, которая живет и ныне, которую любит читать во всем мире. Представитель испанской интеллигенции, он любил свою родину и пострадал за свою родину. Создатель удивительных поэм, трагедий, вот ему перу принадлежит и сейчас часто ставится, три трагедии Федерико Гарсия Лорки. Это «Кровавая свадьба», это «Енес» и «Башмачница». А перо Лорки поэта принадлежат бесчисленные россыпи бриллиантов поэтических. Переводчики очень многие обращались к поэзии Лорки, но не всем удается схватить ее сущность глубинную, ибо Лорка, помимо того, что это дар невероятный, природный, он еще был и философ, глубокий философ. Это был поэт
который, вот как бы говорить можно, писал кровью, потому что он невероятно любил свой народ, он любил свою родину, и любое трагичное событие всегда находил отклик в его сердце. Потому что Федерико говорил, поэт должен смеяться и страдать вместе со своим народом. Это был его творческий завет. И когда слушаешь поэзию Лорки, к ней многие обращались, и композиторы, и создавали произведения, и до сих пор создают, потому что эта поэзия не оставляет равнодушных, читающих ее. Здесь места нет равнодушию, потому что в каждой строчке, в каждом слове, в каждой интонации сквозит Испания. И я очень хотела, чтобы хотя бы 3 стихотворения Федерико Гарсия Лорки сегодня прозвучали. Вот мы услышим его замечательные стихи «Танец», «О Кармен». У нас принято говорить «Кармен» называть. А в Испании ударение на первом – это «Кармен». Это будет звучать еще гитара и «Заря». Одно из восхитительнейших стихотворений Федерико Гарсия Лорки. Танцует в Севилье Кармен у стен голубых от мела, и жарки зрачки у Кармен, а волосы снежно-белые. Невесты, закройте ставни, змея в волосах желтеет, и словно издали дальней, танцуя, встает былое и бредит любовью давней. Невесты, закройте ставни, пустынны дворы Севильи, и в их глубине вечерней сердцам андалузским снятся следы позабытых терний. Невесты, закройте ставни. Гитара. Начинается плач гитары, разбивается чаша утра, начинается плач гитары. О, не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва 5 проворных кинжалов! Заря. Колоколам кордовы зорька рада, в колокола звонкие бей гранада, колокола слушают из тумана андалузские девушки утром рано, и встречают рассветные перезвоны, запевая заветные песни стоны. Все девчонки Испании с тонкой ножкой, что на звездочки ранние глядят в окошко, и под шалями зыбками в час прогулки освещают улыбками переулки. Ах, колоколам кордовы зорька рада! Ах, в колокола звонкие бей гранада! Андрей Гетман.
Вот вы, наверное, почувствовали удивительную музыкальность стихов Гарсии Лорки. Вот даже чувствуется ритмика, чувствуется вот образ многогранный, который он рисует своими словами, интонациями. И ведь надо сказать, что Федерико Гарсия Лорка был, и кроме того, что он был поэтом, драматургом и философом, он еще был музыкантом. Он учился музыке, он играл на гитаре, на рояле, у него дома звучала всегда музыка. В его доме всегда собиралась вся интеллигенция. Это был дом, где гранадские художники, поэты, музыканты собирались. Дом, где бывали и композиторы, безусловно, композиторы в то время жившие. Вот он дружил с Мануэлем де Фалией, гениальным композитором испанским. Он дружил с Гранадосом, он дружил с Альбенисом. И вот вся эта троица, вся эта как, действительно блестящие композиторы Испании, которые были пропитаны все духом фольклорных интонаций. Но замечательно сказал Лорка, что настоящий художник, он пропитан как бы изнутри этими интонациями, но он никогда не имитирует их. Имитировать фольклор нельзя. Это уже не творчество. А он обновляет своим творчеством фольклорные элементы, может быть, какие-то взятые. Но он продолжает и обновляет каждое своим произведением то, что характерно для этой земли, для этой культуры. И Лорка это делал в каждом своем сотворении. И, конечно же, я просто хочу даже вам прочитать высказывание Федерико Гарсия Лорки, точное высказывание. Мне очень это нравится, потому что это относится не только к испанской культуре, к русской культуре, это ко всем относится. «Пусть установится между людьми любовное общение, пусть свяжет их чудесная цепь духовного единения, ведь это к нему, общению, единению стремятся и музыка, слово, резец, кисть, как все искусства». Вот это замечательные слова. Это вот просто, как говорится, можно было бы где-то вот выписать, чтобы каждый видел это, потому что действительно основа общения людей, духовная их связь. И Лорка понимал это. И тем обиднее была трагичность ситуации, когда его лишают жизни. Но Лорка продолжает петь, он продолжает оставаться в поэтических произведениях, музыкальных произведениях, в драматургических произведениях, которые ставятся по всему миру сейчас. И вот обращаясь к музыке, давайте вспомним, вот кроме Лорки, яркие такие вот, может быть, фигуры и в музыке, в живописи, кто скажет? Испанские. Веласкес, да, совершенно верно. Гоя, Франциско Гоя, да. Сервантес, но без Сервантеса вообще невозможно себе Испанию представить, конечно. А еще драматург. Вот, Лопе де Вега. Его пьесы по всему миру идут. И до сих пор это ярчайшая страница испанской культуры, конечно же. Конечно же, можно много имен называть, и мы будем продолжать говорить об этом, но я хочу вот вам сейчас исполнить два произведения, я выбрала, потому что их очень много, интереснейшей музыки испанской, и очень, к сожалению, у нас она редко звучит. И я вам сыграю Исаака Альбениса, одного из классиков испанской музыки. Это начало 20 века. Он очень много писал для рояля, любимого своего инструмента. Он был концертирующим пианистом, кроме того, что был, конечно, композитором великолепнейшим, знающим историю своей культуры, своей страны. И вот Альбенис, он создает и оперные произведения, конечно же. У него есть симфонической музыки, много очень посвященной Испании. Это и симфоническая поэма «Иберия», испанские танцы. У него масса интереснейших произведений, говорящих вот о самых глубинных пластах. И как, вот то, о чем говорил Лорка, что познавая фольклор, можно
не познав его глубинных слоев, никогда не будешь испанским художником. А это очень важно. А это именно настоящий испанский композитор. Вы услышите в каждом повороте интонации, в гармониях это. Вот, я сыграю вам две пьесы Альбиниса, одна называется «Колыбельная», и вторая пьеса «Каталонская капричо». Но сам Альбинис был каталонец, а каталонцы – это особая область в Испании, они даже столица, вы знаете, да, Барселона. Они даже по-другому бывают, у них совершенно другой говор. Вообще, вы сегодня услышите и язык испанский, мне очень хотелось, что он удивительный язык, музыкальный. А каталонцы – это особый народ, очень гордый, очень независимый. И вот Альбиниса «Каталонская каприча» я вам сыграю.
говорим об Испании, конечно, невозможно не вспомнить, какие города, да, вот как вы себе представляете юг, север Испании. Я, бывая в Испании, привезла вот здесь один очень интересный инструмент. Когда я увидела в Севилье, будучи играл музыкант, вы часть сюжета увидите это по видео. Вы знаете, меня поразил звук этого инструмента. Я подошла, стала интересоваться и спрашивать. А он продавал инструменты эти. Играл и продавал тут же. Молодой, такой чувствуется очень интеллигентный человек. Он мне стал объяснять, как играть. Ну, это надо научиться, конечно, я еще не успела, потому что я только что вот недавно там побывала. Вот, но я хочу сказать, что с какой любовью вот там на улицах уличный музыкант играет тоже. И у нас сейчас это принято уже, многие играют. Гитаристы, испанский народный напев, слышишь, идешь и слышишь, очень так сразу колорит, сразу какое-то такое удивительная атмосфера. И вот он играл на этом инструменте. Этот инструмент из севера Испании, область Галисия. Вообще, ведь испанцы это неоднородная, как говорится, национальность. Там очень много национальностей. Но основное, конечно, составляет, как вы понимаете, испанцы, основу. Кстати, знаете, как называлась Испания в древности? Иберия. Иберия. Иберы населяли Испанию. Кроме того, вот недаром же многие музыканты, вот, Мануэль де Фалья, Гранадес, Альбенис, у них даже есть симфонические поэмы. Иберия. Страна Иберия. И, между прочим, французские музыканты. Вот у французов очень большая склонность и тяга к испанской культуре. Это заметно очень. В свое время Клод Дебюсси написал тоже совершенно дивную симфоническое произведение под названием «Иберия». Да, древняя страна Испания. Так вот, Галисия находится на севере Испании, и Пиренеи омывает с этой стороны запада, с северо-запад, Атлантический океан. Они более такие суровые по своему менталитету, вообще по немножко другие галисийцы, и очень тоже гордые, как каталонцы они. Совершенно такие другие. Вот. И вот этот инструмент мне очень понравился. Вот здесь такой звук. Я не владею этим инструментом, но... Но он выводил такие красивые мелодии, я это не умею. Но просто хочу сказать, что звук очень интересный, характерный звук такой. И когда вот в сочетании с другим национальным инструментом, каким вот я имею в виду в Испании какой национальный инструмент? Гитара, конечно, а еще один, который всегда везде присутствует. Кастаньеты, конечно, ударный инструмент. Кастаньеты я тоже, кстати, привезла, но вот я сюда не принесла. Вот, и они играют даже иногда такими маленькими ансамблями, скажем, вот галисийцы берут вот этот инструмент, выводя красивые мелодии, а, значит, звучит тут же, как говорится, рядом стоит на кастаньетах, рядом на скрипке. Так вот, в отношении неоднородности населения испанского, значит, там еще, кроме галисийцев, кроме каталонцев, кроме испанцев, конечно, раньше вот иберы древние населяли, еще населяют и до сих пор есть и цыгане, и причем достаточно много цыган, и мавры. Вот мавры, значит, потомки и черты мавританской архитектуры особенно ощутимы на юге. Вот юг Испании вообще очень интересен.
какой-то своеобразием таким, невероятным своеобразием культуры, архитектуры. Мне очень понравился вот юг Испании, честно говоря. Вот Кордоба, Севилья, Кадис, вот все эти города. Ну и, конечно же, потом вы увидите древнюю столицу Испании, Толедо. Ну и, конечно, столица Мадрид, как вот теперешний Мадрид. Ну вот я как-то ожидала от Мадрида более, так сказать, впечатлений ярких. Мне почему-то больше понравилась вот вся южная часть Испании. Она более такая суровая, может быть, даже она по природе менее интересная. Там эти горы и масличные культуры, очень много маслин. Везде вот едешь, и везде маслины, апельсиновые, как говорится, плантации, все. Но очень много своеобразия. И там же, конечно, и танцы очень своеобразные, и напевы удивительные. Да, так вот, недаром, конечно, и французские музыканты как-то прониклись духом Испании невероятной. Вот я считаю, что одно из самых гениальных произведений, которое создано не испанцем, это Равель, конечно, Болеро. Потому что это, знаете, дух, ну, кстати, у него были корни, вот у самого, хотя он и француз считается, Равель, Морис Равель, но у него были в предках корни испанские. Поэтому не случайно все это происходило. И, вы знаете, удивительное вот это Болеро, потому что оно просто как-то приковывает настолько, вот я уже не говорю о том, что это гениальное по интонации, по глубинности произведения, а в общем-то танец, если так разобраться, танец, в котором, ну, солист, кто, барабан, малый барабан, стоит рядом с дирижером, музыкант, и все на себе держит, всю вот эту ритмическую сетку, необыкновенно, как говорится, казалось бы, ну что вообще, малый барабан, что за солист странный. А на самом деле Равель такое сделал вообще, чудо. И я уже не говорю о потрясающей инструментовке, потому что это, ну, знание, конечно, равелевская музыка, она вообще дивная совершенно, по тонкости, по духу, по колориту, по интонационной какой-то своеобразию интонационному. И вот Равель берет народное тоже основу. И то самое делает, обновляя народную интонацию, обновляя ее, давая ей постоянную жизнь. Вот он это сделал в вариационной форме Болеро, он это сделал во многих своих произведениях, и в частности в опере «Испанский час», тоже не случайно. Вот тут, видите, такая грандиозная большая работа у него. Вот. Он пишет и тоже фантазию Иберия, у него тоже есть вот такое произведение. То есть он, Испания занимает его творчество просто очень большое место. А вот сегодня мы услышим редко звучащие, я считаю, тоже вот как-то так не поются, а совершенно дивные 5 народных песен Мориса Равеля. Вот. И я хочу пригласить на сцену, поет Хитоми Сомата. Пожалуйста, попросим. Я скажу название частей, значит, потому что весь цикл будет без перерыва, поэтому вот следующие части, 5 частей. Песня невесты, первая часть, вторая в церкви, третья как прекрасно в сравнении со мной, четвертая песня девушки, собирающей фисташки, и пятая очень весело. Thank you.
Давай сама-то. Дорогие друзья, сейчас мы уйдем на перерыв. Я хочу только еще раз вам напомнить, у вас в программках это написано, но все-таки на всякий случай. Значит, первое, что 12 апреля у нас традиционное завершение сезона 40-го, и будет маленький фестиваль. Значит, желающие юные члены клуба, пожалуйста, сегодня мне заявку, кто будет участвовать, это первое. И второе, да, с указанием, заявка с указанием автора, школы, какое произведение и длительности. И второе, у нас завершение 40-го сезона будет не здесь, не в доме гостеприимно, где мы вот сейчас с вами находимся, а завершение сезона и, видимо, вообще завершение клуба будет 12 апреля в Доме композиторов. Там, где он шел все 39 лет, вот, значит, 38,5 лет, вот там будет завершение 40-го сезона. Значит, пожалуйста, обратите на это внимание. Это тоже 12 часов, Московский Дом композиторов. И там все то же самое, что и здесь, как говорится, но только приводите с собой друзей, гостей, чтобы было у нас праздничное завершение 40 лет работы. Спасибо.